Так, у нас есть пару секунд сказать до тех пор, пока бурить не начали, что мы анонсируем наш тир, ну и покажем шоурум. А вот и первый клиент. По классике находимся в подвале. Карцер для буйных клиентов. Турник для спортивных. Покрутись, покажи все. 79, 23. Ну и самое интересное, это, конечно, тир. К примеру, что-нибудь вы себе купили, и это что-нибудь хотите испытать. То есть это будет для вас бесплатно. Все испытаете, все постреляете, убедитесь, что все работает. Кстати, это еще и поможет определиться с выбором. К примеру, вы не знаете, чего хотите. Вот, хочу чего-то там. К примеру, вам сразу смогут, наверное, предложить какую-нибудь переломную винтовку. Все, я думаю, прекрасно понимают, что такое переломная винтовка. И у нас они тут в количестве сейчас 3 штук. Переломили, вставили пулю. Автоматический предохранитель сняли и выстрелили. Я даже попал. Аналогично. Можно попробовать зарубежные варианты, к примеру, вот турецко-китайская Retay, скорее турецкая. Абсолютно тот же самый принцип работы. Переломили, вставили пулю, защелкнули, сняли с автоматического предохранителя и промахнулись. Если, к примеру, нужно что-нибудь поменьше или хотите просто пострелять чего-нибудь поменьше, абсолютно то же самое, только уже пистолет. Это, я так понимаю, моделька Blow. Неинтересная система с откатом. Тоже можете посмотреть, пощупать эту систему. Я в ней не вижу никакого смысла. Ну, потому что, мне кажется, эта рекуил-система канает там, где есть автоматика. Попав. Если, к примеру, боитесь, опасаетесь, есть у нас спринговые пистолеты в ассортименте. В частности, здесь был у нас 1911, та самая классическая воздушка из 90-х на безопасном боеприпасе. Это страйкбольный шарик. Пытаюсь в петуха попасть. Почти попал. Влево. Влево летит. Ну, попадать, в принципе, можно. Ну, далее, раз уж начали с мягкой пневматики, с пластиковых шаров, как я уже сказал, это относительно безопасно. Кое-что есть поинтереснее. Это у нас пистолет уже на грин-газе. Все имитации. То есть полностью ощущение, как оригинального огнестрельного пистолета. Автоматика со всеми вытекающими. Так, это у нас врерская арка. Ее тоже можно пощупать. Она уже поинтереснее. Она стреляет у нас сталюгой. Это СО2, источник энергии. У нас тут, по-моему, должно быть 2 режима стрельбы. Так, вот одиночные. Угу, взвести надо, наверное. Ну и если что, автоматический режим тоже присутствует. Попробовали вражеское, попробуем что-нибудь свое. Это страйкбольный калак, прям вот именно АК, не 47, ничего, самый такой каноничный. Здесь уже источник энергии, это аккумулятор. Стрелять можно очень долго. Одиночка и залить автоматом можно. Много боеприпасов. Ну, предохранитель. Самый продаваемый тип пневматики, который есть, это у нас СУ-2-шный пистолет калибра 4,5. Ну, в отличие от мягкого пластикового боеприпаса, он хорошо справляется со стеклом и прочими приколами. Боеприпасы явно. И, кстати, из интересного, бегать не надо. К примеру, если мишенька упала, тянем за веревку и
решение снова готовы к бою. Так, и что у нас тут остался? Остался ПМ, такой же калибр, СО2, 4,5 и стальные шары. Ну и можно убедиться, что он жутко косой. ВМХ. Брать только, чтобы стрелять в упор в 5 метров. Здесь, кстати, по-моему, дистанция 10 метров. Так, и что у нас осталось? И осталось берета. Мягкий боеприпас. Здесь, по-моему, нет, здесь нету. Если бы это был Таурус, был бы полуавтоматический огонь, но это обычный страйкбольный берет на грингазе. Мощи, конечно, активировать цель у мягкой пневматики не хватает, но зато она безопасна. Ну и в любом случае, очечки, все дела. Из дополнительных услуг вы здесь можете опробовать оптику, понастраивать коллиматор. Дистанция небольшая, но в принципе для настройки коллиматора 10 метров вам хватит. Ну и в качестве бонуса вы можете также с помощью специального устройства, хронограф, замерить скорость вашего оружия. Ну и в конце концов убедиться, что оно у вас работает. Даже если вы у нас ничего не покупаете, вы просто можете зайти сюда и пострелять. 15 минут стоит 390 рублей. Также есть еще скидка на полчаса и на час. В общем, ждем вас, понимаете, в тире на Войковской. Абсолютно безгеморройное место, довольно бюджетное, как мне кажется, потому что средним в Москве дорожка пострелять даже, неважно с чего, с пневматики стоит там 1000-2 у нас, конечно, значительно дешевле. Ну и второй момент, да, с детьми ни документов, ничего не надо. Просто приходите, стреляете, пробуете, ну и, возможно, что-нибудь покупаете. Как-то так.